Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем доброго утра! Ну, уже не утро, уже 12 часов. Я только что позанималась йогой часовой. И вот приготовила себе такой кофе. Я каждый день пью сейчас такое фильтрованное кофе. Мы вчера купили это у сирийцев. Они замечательно все делают. Красивый магазин, я вам показывала. И вот мое кофе потихонечку, как пеночку. Видите, как пеночка отделяется? Ой, 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 красотища. Вот. Я так рада, что у нас есть вот эта вот машиночка, моя хорошенькая. Такое вкусненькое кофе на ней готовится. Кнопочки зажигаются. Ну, еще какие-то функции здесь есть. Вот кипяток здесь можно нагревать также ее. Вот здесь вот что-то надо научиться. Но надо учиться. Пошла пить кофе, мои дорогие. Мои дорогие друзья, до сих пор я вожусь с этим сыром. Посмотрела в сыворотке, добавила еще уксуса. И вот у меня что есть. Будет оно у меня, как говорится, Вот, смотрите, да, будет оно мне, как говорится. Покажу вам в холодильнике. Вот моя капусточка. Соки. Соку. Так, смотрите, что у меня получилось вчера. Что у меня получилось вчера. Из 2 килограммов. Я не знаю на вкус какой, что мне с ним делать. Я не могу понять. Есть 2 варианта. Сделать с него такой сыр. Знаете, какой сыр? Оно на моцареллу вообще не похоже. Оно похоже на творог. Это говорит о том, что качество молока желало бы лучшего. Вот. Не знаю, на сыр точно не похож. И это тоже похоже, скорее всего, на творог. Так жалко столько молока. В принципе, не жалко 20 литров. Просто жалко мое время. Вот что делать, я не знаю. Есть еще такой вариант в миксере перебить сливочным маслом, соду и соль положить. Вот буду пробовать. Я все-таки не сдамся. Мне интересно что-то, чего-то добиться. Вот. Ну, немного, немало вышло. Еще вот это вот сейчас. И вот эта сыворотка замешу я. Или блинчики можно сделать, правильно? На молоке уже жир весь вышел. Уксуса тут много и всего. Ой, не знаю, на вкус и пробовать нельзя. Кисло. С уксусом делают тесто. Ну, замешу тесто. Что делать? Замешу. Вот. Использую ее по назначению. Может, даже сегодня и приготовлю блины из чего? Из какой муки-то? Из какой муки-то делать блины? Из льняной. Другой нету. Кокосовую не купила. Баден не купила. В метро надо ехать. В общем, что будет, то буду делать. Покажу вам потом, что получится. Буду сегодня думать, как превратить этот творог в сыр. За 52 года своей жизни я впервые делаю пачи Иеговы. Мой муж, когда я увидел ее, подавился, пил воду и подавился. Мне губы упали и пачи вали. Это было что-то. Но все равно я себе нравлюсь, друзья. Дашка, чак сайверсон для них. Первые. Все это, я не верю, это все маркетинг. Но все-таки решила сделать. Подружка подарила. Что-то щипит здесь пачи мои. Ой, друзья мои, красота-то какая будет. Готовлю себе обед и сама не знаю, что приготовила. Но очень мне захотелось что-нибудь мучного. Я взяла в блендере, разбила семена льна вот с этой сывороткой. Добавила яйцо, жарю на оливковом масле. Добавила еще мой творог, сыр, который не состоялся. И посмотрим, жарю, да, что получится. Очень много еды надо доедать. Хотела пожарить сельдерей, но чувствую, что мне не хватит места. Сейчас хочу пожарить еще себе. Вот фарш я достала. И на этом фарше яйца уже надо начинать, потому что время обеда приближается.
фарш, собью яйца и все. Ну, это как будто оладушки такие, не знаю, посмотрим, друзья. О, боги! Время приема пищи пришел. Время приема пищи мое пришло. Ура, друзья мои, как я радуюсь. А почему я так радуюсь? Потому что я немного проголодалась. В каком смысле? Очень захотела сейчас кушать. Смотрите, сейчас начало четвертого. А вот у меня такая тарелка. Только приготовила. Уже попробовала салатик. Так захотелось. Нельзя, но захотелось. Кстати, я сюда не положила орехи. Надо их тоже положить. Что у меня сегодня? Чай. Начнем с чая. Капуста. Вот этот суп надо брокколи доесть. Я не знаю, сколько хватит, но начну я с тарелки салата. Этого потом съем. И потом здесь пожарила яйца с фаршем. Здесь фасоль. Захотелось мне приготовить сегодня оладушек. Было у меня только лен, семена. Я растолчила сыворотка из-под сыра, которая неудачно у меня получилась, не получилось. Добавила даже вот этот творог, сыр и яйцо. И напекла себе на 2 дня. Может, даже и больше. Авокадо, сыр, маслины. Как всегда, вот это, может, заверну с этим. Здесь сыр. Вчера мужу делала закуску. Он пил ракы на 8 марта, а я ничего не пила, сами знаете. И вот он приготовила ему тут сметана, сыр, сливочное масло пожарила, добавила туда мяту. В общем, все перемешала, и оливковое, все, тут такая закуска. Может, с этим вкусно будет. Все можно мне. Вот мои фрукты. Вот, начинаю кушать, мои дорогие. А потом у нас планы сегодня пойти погулять. Я так слегка чуть-чуть сегодня поухаживала за собой, эти пачи, губы, все сделала. Ну и можно погулять, Сашкин ушел на улицу. Такой у нас интересный день с мужем получился, каждый день у нас интересный. Сейчас мы находимся на площади Галатасарай, концерт был только что закончился, тут эти инструменты собирают. Я сижу за таким столом, жду, пока мой кашкы мне принесет турецкий кофе. Турецкий кофе на песке приготовленный. Очередь такая-то. Похолодало у нас. А тут такая ярмарка небольшая, друзья. Женская ярмарка. Женская ярмарка. Чашечки различные, Машечки, заколочки, сережечки. Все, что хотите, продается. Вот. Будем ждать моего мужа. И бюреки делают какие-то. Когда придет тепло уже? Когда придет тепло у нас? Мерси. Так долго они готовят. Жду своего кофе. Холодно, что-то я замерзла, подойду к Ашкему. Замерзла. Не дождусь. Всем привет, мои дорогие друзья. Я готовлю спагетти из кабачков. Вот и добавила сюда сливки. Мой сыр, который у меня не получился. Получился из него творог. Сливки. Сливочное масло, оливковое масло, чеснок. Все, больше сюда ничего не входит. Вот. И еще такой белый сыр положила, что есть, да? Вот. Вот это у меня будет гарнир. А здесь у меня хашлама. Вкусный суп. Покушаю с косточками мяса, выпью. Вот и замечательно будет ужин у меня. Обед и завтрак. Все, вот это я сейчас выключаю. Пока есть у меня время, можно даже яйца пожарить, чтобы наесться. Потому что это же все-таки овощи, да?
Тут у меня тарелка стоит. Смотрите, сейчас надо вешать белье. Здесь я приготовила, вот что нужно доедать. Так, салатик. У меня здесь малина. Мне подружка угостила. И посмотреть хочу, она сладкая или нет. Вот. Это мой сыр, который вроде бы... Ну, видите, ну, не получается. Не получается. Сейчас белье повешу. Сейчас этот кашламу для мужа. Ой, сколько у меня дел. Воскресенье сегодня. Мой муж сидит. Птички. В доме уже завели. Столько дел. Не успеваю. Пока за собой слежу. Маски, шмаски, все так. И не остается время на что-то другое. Какой у меня замечательный вкусный обед. Это спагетти. Спагетти это, друзья мои, из кабачков. Посмотрите. Я давно следила, но это очень вкусно. Я чуть-чуть попробовала. Мой муж говорит, как вкусно пахнет. Я говорю, попробуй. Нет, нет, спасибо, кушай ты. Здесь сливки. Здесь оливковое масло. Здесь сливочное масло. Чесночок. Сыр мой, который я готовила. Два яйца. Салат. Костный бульон с мясом. Значит, льняные оладьи. То есть оладьи из льняной муки. Ну, сами видите, что здесь авокадо, сыр, маслины. Тут соленое, тут чай. Здесь капуста. И здесь... Малина, моя знакомая, моя подружка привезла из России, нас угостила. И вот я не знаю, она с сахаром или без, хочу посмотреть. И вот такой у меня обед сегодня. Просто придумала на ходу, так посмотрела пару рецептов, но потом решила смешать сама. Вот, наверное, буду скоро составлять какие-то рецепты. Замечательный. 28-й день моего голодания. Интервального голодания, напоминаю, плюс кето-диета, плюс амат. Кушаю я один раз в сутки, и мне этого достаточно. Этого мне достаточно. Потом только пью. Всем приятного аппетита, и мне тоже. Так замечательно у нас проходит воскресный день. После вкусного ужина мы со Шкелом решили прогуляться в другом направлении. Это где я хожу на зумбу пешком, а вернуться по набережной. Вот тут какой-то, видите, огород огромный такой. И такая трава, эргинар называется. Надо посмотреть, что это такое. Именно какие-то огромные листья. Ну и подсолнухи тоже. Что насчет погоды? Прохладно. Я хорошо одела теплый свитер. Так наелась, так вкусно. Приготовила такой вкусный ужин для себя. Ну, макароны и спагетти из... кабачков вообще меня просто добили. Как вкусно можно питаться на кето-диете. Такой огромный вкус, да? Красиво. Вот решили походить. Ой, а сколько полевых цветов, я себе знала их название. Мавиш надо взять, мавиш. Макс, Сашка, на канарге за эти чеклеры. Трава. Буне? Вот. Буот ве я чимен. Чимен. Чимен это трава. Он говорит, это вот. Сколько названий вообще. Я сейчас изучаю турецкий каждый день. Много очень слов, которых я не знала. Постепенно изучаю. Хороший район. Бу махали исим Мандера? Мандера махали. Мендерес. Geçiyor. Bakanlık Caddesi olarak geçiyor. Şurası Bakanlık Caddesi. Bakanlık Caddesi. Хороший район здесь, мне нравится. Такой замечательный сегодня вечер. Все калории, которые я съела, все сейчас меня сожгут. Вот сидят, пьют коньяк. Видите, друзья мои, мартини. На набережной немного людей. Люди отдыхают в воскресенье.
И не то, что Светлана спортсменка. Сегодня 27-й день, я так довольна. Или 28-й. Ну, не важно, какой день. Главное, я... Мне нравится. Особенно понравились макароны, спагетти из кабачков. Красивый, ситый. Сейчас, когда мы вышли из дома, пришло сообщение, что в Анталии было землетрясение в море 4.7. Вот. Анталию частенько потрахивают. У нас все спокойно. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.